Добрый вечер, дорогие друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Итак, сегодня закончился первый день, и, соответственно, очень хорошее обучение дали те люди, которые зарабатывают деньги. Понимаете, что такое? То есть это не то, как обычно обучают на государственных учреждениях, институты, академии и прочие учреждения государства. Частных школах практически чему-то учат, но те люди, которые в действительности зарабатывают деньги, а вы понимаете, что тот человек, который практически полностью прошел и заработал от $1 до основного количества тех же самых денег, то, соответственно, они обучают именно практики. И если задуматься, вот те люди, с которыми я общался, и большинство это были тысячи людей, которые занимались именно тем, что не просто работали на государство, либо на какого-то хозяина, а когда делаешь предложение человеку, что можно изменить качество своей жизни, то, соответственно, он принимает стабильность и относится к этому как к определенному какому-то моменту, когда это еще не его, либо это просто возможность на сегодняшний день не актуальна. Так вот, в первую очередь нужно всегда отмечать то, что необходимо для вас на сегодняшний день, потому что я прошел достаточно хороший путь от наемного рабочего до предпринимателя, имеющего достаточно хорошее образование и, конечно же, достаточно хороший доход. Продолжаем наше движение в городе Москва и, собственно, передаем привет с наилучшими пожеланиями. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Алексей Гуляев. Пока-пока.